Я все, я же живу только искренностью. Я не умею врать. Я не умею про деньги ничего понимать. Это спонсоры все, вот, ну, последний букет прислала, но она не смогла. Наталья Борисовна, Наталья вчера, Борисовна, я была вчера, да. Но шофера с букетом, с деньгами мне. Я так благодарна людям, которые, ну, вы знаете, у меня их так немного. Вот Наталья Борисовна, ну, вот сейчас генерал и его семья начали удивительно, обожательно ко мне относиться, а для меня это ведь все неожиданности. Вы думаете, что ожиданно для меня то, что Валечка спела 22 песни и прочла столько моих стихотворений? Это полная неожиданность, ведь мне много очень лет. Я настолько старше была Вали. И одну-две песни, там все исполнители, все. Но вот такого шквала, как концерт в Малой опере, он и прошел-то один раз. Вот моя судьба-то. Но какой отзвук в мир вызвал этот концерт. И какое счастливое, радостное состояние творческое. И несмотря на весь букет осенний, я не замечаю лет. Стараюсь. Вот 12 июля будет у Вали, было бы Вале 65 лет. Вот. И я в моем мире в блоге у вас выставила полностью весь концерт, который был 12 мая в 2009 году. Так что поклонники будут иметь возможность посмотреть весь этот концерт и вас, и Валю, и... Валечка мне позвонила за полторы недели до ухода. Не могу. Я не могу быть спокойной до сих пор. Столько времени прошло. И сказала: Карин, ну что такое? Мы с тобой не раскрутили песни. Я говорю: Валь, да я не умею ничего. Не раскручивать, ни... И она говорит: ну ладно, подожди. Чуть-чуть подожди. И если будет наш концерт, он был один раз только в жизни в Малой опере. Это невероятная история. Дай это Бог. Потому что Валя в этом концерте мудрая, взрослая, нежная, любящая, очень много понимающая и очень много перестрадавшая. Она совсем другая в этом концерте. В этих стихах, которые она подбирала только. Легкой поступью, легкой поступью, словно звякнувшая, опал грош, ты еще по чьей-нибудь осени, не задумываясь, пройдешь. Ах ты, ласточка перелетная, не затратившая души, проходи с умой перемотанной, только листьев не ваши. Вот как судьбинно почувствовать все, что пережито в 20 веке бедными нашими женщинами, и с такой любовью. Любочка, я так благодарна, если этот концерт будет. У меня нет... Он уже есть. Я уже вставила его. Просто я вот сейчас вы говорите про Валю, я как раз и вас вставлю, что вы ее вспоминаете, и люди посмотрят полностью этот концерт. Ой, невозможно. Да. У меня просто похолодели руки. Вот.